Это остановка для городских маршруток, но с недавнего времени, кроме них, здесь начали останавливаться и те, которые следуют в Сергеевку. Тем самым создают хаос и аварийные ситуации. Общественность города и района не могла остаться в стороне от этой проблемы. Маршруты городского совета, коммунального предприятия, городского совета не может заехать на свою территорию и отправляться как положено людям в Сергеевку, в Попаздру, в Сухолужье и везде. Почему это? Так это длится уже начало власти новой. С июля месяца прошлого года. Автопарк якобы рассказывает, вот сейчас там был представитель. Мы завтра их запустим. Кто вы такие, что мы их запустим? Я вот не могу понять. Шлагбаумы ставили. Мы их запустим. Скажи. Завтра они их запустят, и завтра они их опять выгонят, понимаете? Потому что, видите, у них договор просрочен, но не было принято самоблокировка по поводу того, что он не, чтобы не продлевался. Он продлился, этот договор, потому что по халатности руководителя СРТ. К словам Анатолия Маргаряна также присоединился и председатель районного общественного совета. Кроме этого, Александр Яровой считает, что действующий перевозчик ущемляет права пассажиров, которые пользуются его услугами. Вы же поймите, за перевозку он берет с людей деньги, да, а в тех условиях, в которых он перевозит этих людей, и как он это все делает, это, вы же поймите, это не человеческие условия. Мы когда проверяли АТП 15107, водители вышвыривали людей, просто вышвыривали за то, что они не давали им деньги, льготчики, понимаете? Они считают, что они могут это делать. Георгий Кофов является учредителем предприятия, которое с недавнего времени осуществляет пассажирские перевозки на Сергеевку. Как только они получили возможность обслуживать людей на этом маршруте, его автобусы перестали пускать на площадку на городской автостанции. Директор АТП 15107 предложил заключить договор, по которому его автобусы смогут отправляться с автостанции. Что за монополия? Я вообще считаю, что это абсурд. Заключать договором с конкурентом, который является для остальных перевозчиков. Это абсурд. Но я считаю, что этот договор должен был все-таки оставаться за коммунальным предприятием, и оно должно справедливо решать вопросы. Все перевозчики должны быть в городе равны. Со всеми вопросами общественники обратились к городским властям. На совещание также пригласили и директора АТП 15107, чтобы разобраться, почему остальные перевозчики не могут тоже выезжать с автостанции. Мужчина заявил, что у него есть договор аренды, по которому его автобусы имеют полное право выезжать из автостанции. Однако общественники района предоставили документы о том, что срок договора истек еще в марте прошлого года. Сегодняшний день идет Попаздра и Сухолужье расторгнут договор, потому что АТП 15107, у него закончился договор обслуживания этого маршрута, это раз, и за многочисленными нарушениями, которые были допущены этим предприятием, автоматически расторгли договор с ним и заключили временный договор с другими перевозчиками. В ходе совещания власти не смогли найти общий язык с автоперевозчиком и решили действовать другими методами. А о том, какие предприятия будут обслуживать пассажиров Белгород-Днестровского и района, узнаете из наших следующих выпусков. Елена Малайван, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.